Анонс и дата выхода нового российского сериала «Самки Богомола». Премьера нового сериала состоится уже осенью на телеканале ТНТ. Главные роли в сериале исполнили Дарья Клюкина и Юрий Колокольников. Сюжет сериала. Школьная дружба часто заканчивается вскоре после последнего звонка. Но только не у героинь сериала «Самки Богомола». Девушки регулярно переписываются в мессенджере. Они даже создали для этого секретный чат, который назвали «Самки Богомола». Уже 10 лет, как девушки не учатся вместе, но благодаря интернет-переписке они все еще очень близки. В чате они обсуждают карьеру, бытовые трудности и, конечно, личную жизнь. Как в культовом «Сексе в большом городе», только вместо воскресных бранчей – приложение мессенджера. Режиссером сериала «Самки Богомола» выступил Роман Фригунов, известный по таким проектам, как «Дюкликс», «Без границ», «Индиго». Большую часть актерского состава шоу создатели пока держат в секрете. Вероятно, к съемкам привлекли много новых лиц. Однако из таких победительниц шоу «Холостяка» Дарья Клюкина. Напомним, премьера нового сериала запланирована на осень на телеканале ТНТ. Если вам нравятся российские сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.